Когда я была маленькой, ходили слухи о странной женщине. Люди говорили, что она ведьма. И если постучать в ее дверь, она придет за тобой. Привет. Привет, Хлоя. Знаю, что у вас в последнее время непростые отношения с дочерью. Она убеждена, что ведьма хочет принести ее в жертву демону. Будь осторожна, Джесс. Темнота окружает ее. Это ты сделала? Я думала, что я тут в безопасности. Хлоя? Вы кто? Она открывает дверь в ад, чтобы завладеть невинными душами. И она придет за мной. Беги! С тобой ничего не случится.